огромное количество культурных людей, интересных, интеллектуальных. Конкретно, вот, мне кажется, северный край, да, наш, он хоть и находится в железнодорожном тупике, но мы здесь варимся в каком-то своем соке, но при этом столько первов рождается, в хорошем смысле слова, опять же, да. И мне хотелось бы всех их вытащить на поверхность. Достаточно известен, так или иначе, в Архангельске, мне кажется, мы не особо себя как-то рекламировали, позиционировали, хотелось бы привлечь побольше сторонников, ну и вообще рассказать о том, что мы есть. Поэтому была задумана такая большая промо-акция. В апреле будет большая неделя тайбо в Архангельске. Это будет ряд мероприятий в формате антикафе. Также у нас будет большая действующая площадка в библиотеке имени Добролюбова 19 апреля на мероприятии «Библия ночь». Во вторник, я надеюсь, что у нас будет большая пресс-конференция, где мы расскажем вообще о своих намерениях. Я постараюсь максимально ответить на вопросы журналистов, если таковые будут, представить всех наших соратников. Вот, например, только сегодня мы познакомились и сразу же подружились с экологической организацией «ЭТОС», к примеру, да, и те, кто помогал нам делать фестиваль в том году, я думаю, что мы всех презентуем, расскажем, кто чем будет заниматься и каким образом. Многомерное, я даже не знаю, многомерный животный организм. У нас 5 основных принципов заложено. Это волонтерство, соответственно, фестиваль делается снизу, да, это добровольное начало, и люди, которые хотят сами себе подарить праздник, его дарят. Потом open air обязательно на открытом воздухе, потому что наша природа, конкретно вот Белое море, летний берег Белого моря, тоже, мне кажется, незаслуженно забыта, и все наши, как сказать, ну, сагаражане, да, и северодвинцы, архангелогородцы, новодвинцы предпочитают летать там в Турцию, в Египет, куда угодно, не только, но только не свои красоты видеть, да, поэтому хочется им открывать этот прекрасный мир. Культура, обязательно у нас будут музыка, архитектура, дизайн, какой-то перформанс, мастер-классы, да, то есть просвещение, ну и экология. Все это должно быть в экологическом ключе. И это акция по воспитанию людей, да, то есть мы выезжаем на природу не для того, чтобы там злоупотреблять алкоголем, алкоголь у нас запрещен, все наоборот, то есть, в принципе, природа наш дом, Тайбово – это открытый дом, вы приезжаете туда, вас никто ничего не заставляет делать, у вас есть огромные возможности для того, чтобы найти себе занятие по интересу, да, будет огромное количество площадок, я считаю, для нашей области большое. Мы ведем переговоры с командой из Москвы Калашников Band, мы ведем переговоры с командой из Питера Atlantida Project. Ну, если кто следит за актуальной музыкой, это музыканты, которые смешивают электронное современное звучание и какие-то народные традиции. Вот мне хотелось бы привозить музыкантов таких, которые смотрят в корни, да, теглайн фестиваля Тайбова в этом году ближе к корням, поэтому музыкальные корни тоже ныне забыты, да, русскую народную музыку, в самом хорошем смысле слова, я хотел бы тоже, чтобы она там была. Помимо этого будут местные музыканты, тоже прекрасные. Я думаю, что это будет, ну, наверное, поп, рок-н-ролл, блюз, джаз, фанк.